Весьма в тему. И одна из самых старых карт. Кстати, важный вопрос. Какой у вас чай? Что вы пьете? Обычный черный магазин. И, к сожалению, на что-то более элитарное мы не щиёмы слегка, да? Сахар, молоко? Без сахара. Да и без молока тоже. О, это брутально, сурово. Ладно, что у нас здесь? Так, ну я тогда як 7B беру, потому что я сейчас как раз яки качаю. Я пока вырвался вперед, я, наверное, быстренько попробую захватить аэродром. Если у меня получится. Ага, я за тобой на подсаже топлю, если что, попытаемся прикрыть. Да, прикройте меня с воздуха, самое оптимальное будет. А потом по ситуации. Так, Алистер, высоту набираем. Помнишь свой потолок? Бумеранг, нарисовался 6 километров. Идет в мою сторону, низкой. Вижу. Ты А бьешь, да? Да, А. Вижу, да. Не, бумеранг. Ну что-то они тут уровнем повыше, чем я. Да, ощутимо. Да, нормас. Спитфайр H в ту сторону идет сзади, я его сейчас прихватил. Ну, блин, я сломался вентилятор. Но захватил аэродром. Причем двигатель работает у меня с погнутыми винтами. А, нет, все, вырубился. Окей, я попробую вернуться на аэродром. Нет? Да. Все, спасайте, потому что я сейчас попытаюсь опять сесть. С вырубленным двигателем. Ай-яй-яй. Зараза, облажался. Так, не ту кнопку нажал. Яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Получил ачивку soft landed. Красавец. Мягкая посадка, понимаешь? Да. Наверняка со сломанными ногами сижу. Так, все, мы его отогнали, если что. Окей, я респаун, лечу к вам. Ага. Почему у меня такой низкий FPS, кстати, а? Так, у вас я вижу, да, там целая каша, четверо, пятеро. Вы нормально держитесь там? Скоро подойду. Нормально. Я, да. Закрылки выставил и порядок. Кручусь почти там. Так, так, я спидфайр убил, отлично. Окей, если можете меня прикрыть опять, я еще раз попытаюсь захватить аэродром. Попытайся, но я уже... Да, я вижу, их очень много. Ладно, окей, давай сначала добьемся этого превосходства в воздухе, а потом попробуем. Блин. У меня почему-то вспомнился Петрович и освобождение там. Так, я... Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Все, говно. Нет, у меня... Меня посадили. Печали. Меня уже поджарили так же. На хвосте кто-то сидит. Что мы можем сделать? Все. Так, Алистер, сзади тебя там, за тобой идет. Учти. Груз, печаль. Ага. Если есть возможность... Попробуйте немножко дальше отойти от аэродрома, чтобы они задавили. Алистер, если сможешь, отступай назад. Поближе к нам, к спанпойнту. Так, я тоже появился, если же он газует к нам. Так, А6М3 там немножко осталось. Вижу, внизу, я на него иду тоже, попробую перехватить. Аналогично. А он на меня почти идет. Готов. Ну, а что, так надо? А, еще и отомстил. Отлично. О, мы ждем тебя. Алистер, ты живая? Отлично. Мы подходим к тебе почти. Симпатичный кукурузник такой. У нас лобовая А6. Ничего себе, ты шустрый. Ну, тороплюсь на бал. Видишь, там он летит один. Надо поздороваться с ним. Притом я и желал даже догонять. Так, что-то я немножко дал дубу, я на таких так, скоростях. Я к 9Т. Сейчас попробую кого-то
Да, ты пока. Ну, в ПВ в смысле. Так. Надурил чувака. Он думал, я сажусь, а я его в лоб пришел. Ай-яй-яй. Ну ладно, хороший размен. Грех так, жаловаться. Я сяду и возьму аэродром. Джел, может быть, постарайся немножко прикрыть Алистер, потому что я сейчас не смогу вам помочь. Меня опять сбили, а я беру... Ну я уже пересела на совсем... А, ты на спаунте? Хорошо, полетим вместе тогда. Тут кто-то левый летает. Не могу опознать самолет, так как не знаю такого сокращения. На спаун пойнте? Да, вижу, вижу. Окей, я переключаюсь на него. И он, оказывается, он уже в меня стреляет, собачий сын, Юнкерс. И он меня сбил, нифига себе. Алистер, отомсти за меня. Стараюсь. Это пикирующий бомбардировщик. Гад. Что мне осталось? Ну и ладно, я, наверное, на Бэхе полечу. На Б-17 буду захватывать аэродром на своей дуре этой. Только потому, что я могу. Ну да, тебе-то там броня позволит. О, кто захватил? А, это не я, я. Ну я, в общем, тоже поучаствовал в захвате в некоторой степени. А мы между тем уже просираем, да? Уже единственное, вот, единственное, я могу надеяться и просто плюхнуться на своем Б-17 на аэродром. Если вы сможете меня прикрыть сверху и захватить последний, хотя бы выбить немного очков. На Б или на... Это у нас будет... Б, да. До Б проще добраться, да. У меня прямо по курсу он как раз. Все, я начинаю тогда постараюсь затормозить с этой высоты, с 2 километров. Я не знаю, как я это сделаю, но... Попробую стоить. Скорость 500. В реале, конечно, у меня давно оторвало бы крылья в мясо. Да, в реалистичных боях я тоже бы оторвало. Справедливости ради, но мы же в аркадке. Так, 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 Хемки. Нифига себе там рой. ХС, который... иди нафиг. Ну, все, я начинаю спуск. Шансов у меня нету, там такая куча крутится, что, боже упаси. Ну, ладно. Ну, я попытаюсь прикрыть. По крайней мере, я скину... О, началось. Давайте, давайте, давайте. Меня просто щит. Уже горю, это было быстро, распилили. Зато как факел полетел. А я опять на одном крыле. Окей, я беру Б-25 тогда. То же самое, полегче, но более уязвимый. А у меня жаркая посадочка. Чё, всё? Вижу. Да, вижу, да, вижу. Ай, всё. Ай-яй-яй-яй. Мы не забудем твою жертву, Алистер. Окей, я вторую попытку делаю. Плюхнуться на аэродром. Ну, у нас тут, по-моему, шансов уже нету. Да, да, партия проиграна. Единственное, что мы можем сделать, это насмехаться над врагом. Ну и наделать шоу побольше, понятно. Ага. Тараном на кого-нибудь. Да, да, да. Кстати, жаль, что килл не засчитывают, если тараном. А что это? Ну вот. Я думаю, очень много было эксплойтов было бы тогда. Ну, честно говоря, я бы тогда в первую очередь выскачивал бы не Советский Союз, а Японию. А что, у них более маневренные? У них более камикадзе. Ну, блин, не вовремя подскочил. А. Ну, двигатель... Ох ты, красавец. Не, ну хорошо, тут реально рой. Да, рой, абсолютно. Поэтому они и выиграли. Они сфокусировались на одной позиции, и мы слили все наши самолеты в этой неравной битве. То есть она объективно была неравной? Да, отсутствие командной игры. Абсолютно правильно. То что есть, опять остались? Же, вот помнишь, как вчера, каждый творит что-то свое, что хочет, и, блин, вот результат. Ага, командования нет. Да, командования нет. Вопрос, как в таких условиях организовать команду? Тысячу раз заявлял, как в Battlefield, чтобы имелась позиция командира, который мог бы отдавать приказания на карте. Либо в танках, либо в самолетах. Очень кардинально бы, если это поменяло. Но я надеюсь, это сделают, когда они ведут режим кампании. То
то есть где каждая будет битва влиять на более глобальную карту, тогда вполне возможно это будет реализуемо. Между прочим, лучший отряд. Странно, да? Будем на это надеяться. Grey Rubber Cliffs. Кстати, что-то это для меня особо незнакомое. Ну ладно, проверим на практике. Она мне чисто в плане внешнего вида нравится. Куча на землю. Не знаю, почему. Так, все, я зашел. Ну окей, Джилл, тогда перестраиваемся на Алистер. Так. Так, Алистер, вижу, она там где-то сзади. Куда идем? Вперед. Хотя, есть у нас цель слева, база вражеская. Слева вижу. Да, вот где-то между нашей и вражеской базой будем патрулировать вот эту территорию. И желающий, кто сунется. Ну, желающий. Алистер, речи забираю влево, потому что сейчас мы попадем в первую волну. О, совсем-то бегать от боя как-то не ага. Не-не, вот как не раз наша будет зона операции, это между синей и красной базой на земле. Так мы не будем бегать от боя, в том-то и дело. Мы будем просто-напросто находиться на своей позиции и периодически наносить из нее удары. Все. Ну пока все далековато. Я тут круг делаю. Ага. А я тебя выцеливаю, тренируюсь. Я как-то тоже в самолеты на самом деле не очень по скину, больше на танках специализируюсь, потому что исторически его в танках не надо. Ну, так, на нас идет FV-190, SK-катана, вот этот вот, сверху. Вижу, переключаюсь. Ага, я аналогично. Поднимаюсь вверх, скороподъема сильно хватает, мощности движка тоже. Немец все-таки. Он уходит вправо. А, нет, на меня пошел, лобовая. Ухожу, ай-яй-яй. Не вовремя я к нему подставился. Так, Алистер, давай. Я его цепила. Да, отлично. Я гонюсь за вами. Но учти, это немец, у них большая скороподъемность. Старайся держаться как можно ближе к нему. И просто не давать, чтобы он заходил на хвост. А мы уже будем подбирать его. То есть в данном случае есть смысл использовать максимально именно вот недостатки кукурузника, как низкая скорость. Если, конечно, он тебе будет. Чтобы использовать высокий поворот. Ладно, я лечу к вам на всех парах. Так, слишком далеко не отходим. Если что, он нас заманивает к себе. Назад. Алистер уже отлетела. Его доберут. Джел, возвращайся. Перезарядка. Аналогично, кстати, плюс выносливость 40%. Блин, тут действительно уже пора качать. У нас тут 47-й летает над нами. Что это за аномалия? Черная дыра какая-то дымовая. Где? Прямо передо мной. Я не знаю, то ли это на мониторе, то ли... Нифига себе. Инопланетяне. Ну, на самом деле, это вполне возможно баг самой тундры. Она все же типа как бета. Ладно, увидите потом, когда я выложу серию. Просто такая очень странная фигня. Скорее всего, это у меня глюк. Так, я вас потерял. Я на высоте, там выше еще. Народ. Окей, поднимаюсь. Нифига себе, как я опустился, оказывается, во всех смыслах. Блин, Алис, я сам за тобой не могу угнаться, уже не говоря про... А что, не так? Нет, все правильно. Почти. Так, бомбардировщик I-20G. Это наш... Стоп, лобовая катана нападает. Все, меня сбили. Да, катана навязался опять. Да, вижу этого тайфун. Ой, ПВС-190, мы там еще тайфун у него сколько. Я пока им занялся.
Я сейчас моему сверху ударю. Постараюсь. Постараюсь. Ну! Давай, 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 давай. Зараза. Я иду к вам. Давай, мы пока гоняемся за этим, за солнцем. А, поджог. Есть, за? Да, светится. Да, 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 да. И на перезарядке подмог. Блин, меня кто-то с хвоста бил. Джел, аккуратно, кто-то на хвосте. Ага, да. Тайфун, тайфун. Тот уходи, на уходи, вас он тебя стреляет. Целая куча летит. Да, что-то ага. Они обиделись, парни. Отходим. Так, этот. ПВ сгорел. Отлично. И ачивку получил, ранг не имеет значения. Вот. А, это когда на два уровня выше сбиваешь. Да-да-да, так, лапятый. Он тут преследует одного. Для меня это самый крупный кайф, сбить и гораздо более мощную цель, чем я. Так, походу я отступаю. Так, я а меня сбили. Давай тогда на меня, лети, я тебя прикрою. Ага, сейчас объединимся, сейчас я тоже на миге появлюсь. О, работает. Так, иду к вам. Угу. Окей, давай, наверное, немножко продвинемся. От синей базы нашей, как раз Т-47 внизу в аллее, он загоняет наши танки. Вот его надо вынести, потому что уничтожение нашей техники больше всего убивает нам очки. Поэтому вот хорошо. Ну, это да, это мы успели заметить. Так, я собака, а вот как он гасит? На П, в смысле. Подошел. О, блин, чуть мы с ним врезался, между прочим. А ему пофиг, он продолжает танки стрелять, собака. Ну, так еще бы ему не пофиг было. Он, зараза, довольно... У меня кто-то на хвосте сбил. Так, все, уничтожен. Переключаясь на второй... Значит, просто понял. Да, нет, все. Кота на меня сбил. Вот зараза, а? Тот же самый, за которым мы гонялись. Да-да-да-да-да. Так, меня сбили. Они хорошо работают, вынужден признать. Mm-hmm. Определенно, меня опять сбили. Причем тот же самый. Хорошо, давайте соберемся на спанпойнте и тогда. Так, в общем, я ладно, появляюсь и жду спан. Я тут в горке катаюсь. Совсем? На фюзеляже? Да. Калистер нарисовалась, Джел, ты где? Ты... Окей, есть, да? Я ну, пошли обратно я туда. Я. Надо, а когда ну, кто-то сбил, жалко. Я хотел отомстить. Кстати, Алистер, у тебя бомба есть сейчас, да? Нет. Жалко. Как раз та дальняя база, между которой мы оперируем, она уже почти готова, можно было ее вынести. Спитфайр перед нами гоняется за нашим. Давай поддержим его, два спитфайра. Да их там два, да. И КА-84 на высоте прямо в лоб на меня да, идет. Да, который может... лоял, он у нас идет. Да, давай его встретим, может быть. Ага. Нет, все, отворачивает. КА-84 идет продолжать на меня. Я к 9, но не совсем. Эйджел, он на тебя. Лобовая есть. Меня кто-то другой сбил, да? Что да, такое? Да, ну... я к 9 сзади тебя. Я его, кстати, сбил ракетой. А я тупо не догоняю никого. Аналогично. Сейчас будем делать подвиг Гастелла. У меня одна ракета осталась. Ну, давай, 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 давай. Попробую по базе выстрелить и врезаться в нее. Я пытаюсь, да, вот як... Да, елки. Блин. Вовремя не, рули вышли из строя. Хорошо, я беру бомбардировщик. Если сможете, прикройте меня. Как раз придержитесь возле этой территории, я попробую добить базу. Увы и ах. Все, вынесли уже, да? Мне кто-то хвост прострелил. Ай, жалко. Аналогично по мне. Джел, ты продержишься еще 2 минуты? Оторвалось крыло, сбить а, ли да? защиту на игроку. Я появилась, ждать или идти? А, да, давай иди. Пока. Или да.
Хорошо, я уйду в сторону. Мы по времени просто не успеваем. Я пока долечу, раунд уже закончится. Ладно, я иду самостоятельно. Да, если сможете догонять, да. Все закончилось. Да, почти, к сожалению. Все. И мы опять лучший отряд. Кто бы мог подумать? Ну, басы разрывают. Угу. Вот так вот. Есть чему поучиться. На самом деле картина гораздо лучше, чем в каких-нибудь танках. За счет как раз того, что есть возможность выбора техники новой. Так, у меня трофеи военные, что мы получаем? Дискаунт на японский самолет. Спасибо, не надо. И я получил ачивку. Сбил ракетой самолет, который в лоб мне шел, КА-84. Я его поздравил. Ну и хорошо. Пусть так и будет впредь и далее.